Всем привет! Сегодня готовлю фаршированный перец. В качестве начинки можно придумать много различных вкусных вариантов. Сейчас покажу, как готовить один из них. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Поехали! Для приготовления нам понадобится болгарский перец, отварное куриное филе, лук, красный острый перец, томатный соус, сыр, горошек у меня замороженный, растительное масло, соль, перец и зеленый лук. Все пропорции будут указаны в описании к видео. Начинаем! В первую очередь подготовим перцы к запеканию. Я их уже очистила, сейчас посолю, поперчу и отправлю в духовку. Запекать буду в разогретой духовке до 200 градусов в течение 10-15 минут. Замороженный горошек заливаем кипятком и провариваем 5-7 минут. 5 минут уже прошло, снимаем горошек с огня и откидываем на дуршлаг. Лук нарезаю на мелкие кубики. Красного перца нам нужна половинка, я ее уже очистила от семечек и теперь нарезаю на кубики. Отварное куриное филе нарезаем на небольшие кубики. Твердый сыр натираю на среднюю терку. Если нет средней терки, то тогда натираем на мелкую. Лук обжариваем на растительном масле до мягкости. Добавляем красный острый перец. Куриное филе, горошек. Хорошо перемешиваем. Добавляем томатный соус. Солим, перчим. Добавляем половину натертого сыра. Хорошо перемешиваем и снимаем с огня. Заполняем начинкой запеченные перцы. Посыпаем сверху оставшимся сыром. И отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10 минут. Перцы готовы. Сейчас переложу их на блюдо, посыплю зеленым лучком и буду подавать. Перец получается очень вкусный, сочный, сытный. Отлично подойдет и как основное блюдо, и в качестве закуски. Обязательно попробуйте приготовить. У меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, готовьте вкусно!